Ну и для того, чтобы добраться до повреждения, надо снять бампер и разобрать салон. Надо. Немножко я тут повыкинул лишний хлам. Будем разбирать то же самое и салон, для того, чтобы добраться к повреждениям. Кому-то это видео, надеюсь, поможет. Для этого и снимаю. Такое вот повреждение. Задралось оно аж вот сюда до верха. Камера немножко снижит, но это не профессиональная съемка, поэтому, как говорится, сорри. Посмотрел я, что к чему здесь. Вот есть такие накладочки. Аккуратно поддеваем. Снимается. Что мы тут видим? Кучу металла. Естественно, вот здесь у нас зона ремонта. Сюда мы никак не доберемся, поэтому аккуратно сейчас буду разбирать через фонарь. Доступа у нас не получится, поэтому схема ремонта поменялась. Будем вот эту обшивочку всю снимать и смотреть, что тут и как устроено. Первое, с чего начинаем, вот так отверткой просто поддеваем. И выходят, вот они, пару клипс. Еще раз показываю, вот они. Следующий момент. Вот здесь вот у нас такая клипса ежик. Поддеваем ее. Можно вот таким чем-то остреньким. Вот у нас клипсочка, такой ежик, и она выводится. Такая накладка. Здесь эта обшивка, то же самое у нас на ежиках. Вот он раз, вот он два, раз и два, вот они два. И смотрим, что у нас дальше. Следующий момент. Вот тоже раз клипса и два клипса, которые держат вот эту вот панельку. Вот этот пенал пластиковый. Он закреплен вот здесь. Чуть вернемся назад. Вот они, кнопочки, открывают вот эти вот места. Кстати, вот клипса валяется, откуда-то уже она выпала. Ну да ладно, я забыл это показать, решил вернуться. Значит, сняли мы одну боковинку, вот она. Вот эту вторую боковинку, вот она. И вот так поддеваем. И вот эта часть, у нас вот этот пенал уже выходит.
берем его, вкладываем в сторонку. Что мы тут видим? Огромный болтушочек, но это скорее всего транспортировочный. Теперь вот эту часть выводим. Она выходит у нас вот так и немножко с наклоном. Вот они направляющие, одна. Вот она вторая, на них он вот так ставится. Так, уже прогресс есть. Теперь у нас что? Вот он пенал один, и вот он пенал второй. Там вот такие вот шляпки. Шестигранники пластмассовые. Сейчас находим ключик и выкручиваем. Смотрим, что будет дальше. Берем головочку на 16 миллиметров. И выкручиваем. Они выкручиваются от руки. Вот это место. Он пока что выходить еще не хочет. Выкручиваем следующий. Вот она у нас в руках. Тоже все шевелится, но пока что не выходит. Смотрим дальше. Вот он, лючок поднимается. Здесь у нас еще один пенал. То же самое. Вот здесь одна клипса. Вот здесь вторая. И он уже шевелится. Убрал я клипсы. Там берем, поддеваем. И со сдвигом все это вынимается. Из пазов второй пенал. Открывается вот такой вот у нас вид. Смотрим дальше. Вот в этом месте есть еще клипсочка. Вот она. То же самое берем. Поддеваем и снимаем. Вот они, ежики. Один, вот он, два. И вот мы видим посадочное место для него. То же самое с этой стороны. Ну, вот издалека вот так выглядит. Следующий момент, значит, чтобы эти пеналы снять, вот эти два штучки, нам придется демонтировать вот этот механизм. Ну, тут вот они два, 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 и с обратной стороны. Здесь и здесь вот. Раз, два, три и четыре. Здесь у нас шестигранники. На 12, наводись резкостью, 12. Берем, откручиваем. Ух ты! Еще раз повторяюсь, головочка на 12. Вот они выкручены. Еще вот эти два. Выкручивается все легко. От руки только струну ключиком, и все выкручивается нормально. Теперь опускаем вот эти две части, ставим их на фиксаторы и выкручиваем. Вот раз, два, три, четыре. То же самое, головка на 12, ну, для удобства работы применяем удлинитель. Удлинителем удобней. Вот, выкрутили мы их. Вот она одна. Здесь тоже одна. И здесь было две.
аккуратненько берем и вынимаем. Раз, то же самое придерживаем, снимаем вот эту часть, и вот что мы видим в итоге. Не хочет он выходить, а вот так захотел. Вот. Вот здесь наша зона ремонта. Тут еще что-то надо будет снимать. Вот так вот. Не так все просто, как хотелось бы. Дабы потом все это не искать и не разбираться, сразу все на свои места берем, закручиваем, наживляем, вернее. И все пусть остается так. Вот где моя рука, как раз наша зона ремонта. Теперь нам вот эта обшивочка, надо ее снимать. Первое препятствие на пути к зоне ремонта — это у нас вот такой вот упорчик. С ним все просто. Поддеваем. И вот что мы видим. Здесь у нас обычная десяточка. Чуть я ее стронул, и от руки все выкручивается. Вот так. Что-то там еще у нас сопротивляется. Идем дальше. Следующее. Значит, кроме того, что вот мы видим, вот здесь, опять же, здесь ежик. Ничего нас не пускает. Следующий момент. Снимаем вот эту накладку. Здесь вот они, защелочки обычные. Вот она заходит вот так. Сначала по зоне, потом защелкивает. Но это нам тоже ничего не дает. Продолжаем праздничную разборку. Следующее вот у нас есть. То же самое. Поддеваем, выкручиваем, снимаем. Заглянул вот с этой стороны. Все-таки там она отходит. Вот. Но как мы видим, здесь у нас вот клипса. Раз, клипса два. И вот это нам все равно может помешать. Поэтому вот эти два болтика открутить не проблема. Сейчас мы их открутим и посмотрим, что дальше. Снимаем вот этого ежика. Вот раз, два. Теперь у нас есть доступ к тому, чтобы демонтировать вот эту обшивку. Здесь у нас что? На 12. Все это легко откручивается. Откручивается руками. Демонтируем вот эту вот накладочку. Два болтика вот выкрутил. И берем ее и удаляем отсюда. Болтики закручиваем назад, чтобы потом это все не искать и не думать. Также и вот здесь. Вот ты хорош. Здесь ничего не держит. Сейчас потихонечку, аккуратно, чтобы ничего не поломать, надо все это демонтировать. И надеюсь, наконец-таки можно будет добраться до зоны ремонта. Здесь вот они, мы видим такие защелочки.
Ну, все по порядку. Ну вот, наконец-таки. Я решил там дальше не демонтировать. Вот она прекрасно лежит. И вот она, наше место. Зона ремонта будущего. Теперь доступ какой-то есть. И уже можно думать, как с этим работать. Вот такая вот разборочка получилась. Вот он маленький по скриптам еще выводится. Там вот как раз еще вот в этой части. Там под обшивкой есть клипсочка. Демонтировал и, в принципе, вот так вот место у нас зоны ремонта получилось. И вот как раз вот здесь у нас будет происходить сам ремонт. Покажу еще раз с этой стороны. Вот она, эта часть.